Postal Brain Damage. Brain Damaged. Postal Brain Damaged. Дай бумагу. Postal Brain Damaged. Postal, короче, мозгоёбский. Postal Brain Damaged. Postal Brain Damaged. Postal. Всем здорово! Postal Brain Damaged. Postal Brain Damaged — это, я так понял, игрушка по лицензии, демка, которая сейчас лежит в Стиме. И так как Postal 4, да, уже 4-й вышел и оказался весьма пресной и какой-то душнильной штукой, надежда есть на этот Brain Damaged. Сейчас посмотрим, что он из себя представляет. Значит, погналися. It's a beautiful day in the neighborhood, a beautiful day. No, no, it's not. There's nothing beautiful about fucking suburbia. Не любит чувак субурбию, ну да ладно, читать мы это не будем. American Dream MS, короче, на этом мы и начнем. Так, погналися. Опа, пиксельный графончик. Взаимодействие со штуками факом. Окей, что это у нас? Ох ты, что-то я взял, это оружка или что? О, краучи. Краучи на этом самом, на обоях, приколдуха. А, какие-то картинки сюрреалистичные. О, бабца. О, бабцу мы тоже взяли. Окей. А, фотография нашего пса. Так, а вылезти мы отсюда можем? Нет, но мы взяли какие-то штуки. Ладненько, шоколадненько. Ну, погналися. У, какая... Must be the suburbs. Suburbs. Окей. You can destroy some stuff with your weapon, wink-wink. И где этот wink-wink мне найти, собственно? Оп. Какие псы. Так, ищем wink-wink. Это что такое? Непонятно. Это, я так понимаю, собираю броню, да? Окей. Так, ладно. Где мой винг-винг? Пожрать есть что? Не, пусто. М? Пиксельная водичка. Умыть иблишко. Толчок. Пасать нельзя тут? Наверное, раньше можно было. Оп. Не, нифига. Опа. Еще арморчик. Крутяк. Юнита редки. Ага. Окей, отсылочки. Опа. The shovel. Ни хрена себе, электрическая лопата. Приколдеха. О, а можно секатор взять? Нет, жаль. Помню, в старых играх можно было секаторами кидаться. Ну-ка, иди сюда, мужик. Иди сюда. Опа. Давай. Распидорасил, отлично. Так, я не совсем понимаю, в чем смысл игры, но судя по тому... Insta-reflect. You can insta-reflect project with air if any time. Окей. О, ни хрена себе. Это, полагаю, это однократно можно использовать. Not so smart pistol. Окей. О, бутылочки, интерактивчик, прикольненько. Это что? Это лечилки, я так понимаю? Занятненько. Так, ну что, погнали на улицу, значит. А редки мы взяли? Слайд, ни хрена себе. Left control, чтобы слайдить. Ха. Прикольно. Окей. Здрасте. О, пёсель. Ни хрена ты нападун. А чё он делает? Эрка, я сейчас нажимаю, ничего не делает. Опа. Пёсель. О, нифига, стреляют. Реднеки, блядь. Успокойтесь. Оп, не взять. Слушай, ну вообще смотрится прикольно. Press F to piss on things. О, ни хрена себе я пописал. Нормально. О, можно было пописать в туалет, кстати. О, привет, тебя-то я не заметил. О, жирненькое полетело. Нормалды. Подождите, подождите, где-то тут толчок был. Ага. Now let's rock out with my cock out. Опа, наполняется сортир. А что будет, если переполнится? Течет. Нихера интерактивчики. Don't worry, it's sterile. Стерильно, говоришь? Ну, слава богу. Окей. Ладно, весело. Опа-оп, опа-оп, нихрена вас. И пёсель.
Стоять! Ну-ка, я хочу распилить тебя лопатой. Ни хрена понабежала. Метольчик какой-то пошел. Прикольно. Прикольно. Stay the fuck down, да, я о чем и говорю. Лечилка, да, это была лечилка. А, сюда бы я вышел в любом случае, понятно. Так, кто там бежит? Ко мне. Сейчас получишь. Немножечко пулек в башку. О, можно разнести многое. Слушай, ну вообще кажется занятным то, что происходит сейчас. Так, кто стреляет-то? Кто стреляет? Я тебя постреляю сейчас, уебище. Ага. See what you made me do? Time to train the main van. Ага, прекрасно. Опа, здрасте. Отлично спряталась, толстенькая. Gib or Jib? Gib or Jib, ни хрена не понятно. What was this game rated again? А, это просто окно открыть. Так, я еще не пробовал пописать ни на кого живого. На трупов писать это, конечно, занятно. Но, как бы, давайте попробуем. Туалетная бумага. Butt tape, ну буквально. Опа, пиксельные женщины. Собираем пиксельных женщин. Отлично. Так, ладненько. Что у нас, картинки? Непонятно, что изображено. Здорово! Так бодро бежит. Толстенькая. Опа, что-то взял. Канбол... Ка... Чё? Канболс, бин... Окей. Кокфлейкс. Чё-то тут все связанное с писечной тематикой. 6X Milk. Так, ладно. Можно что интерактировать? О, бронька. Кайфово. Слушай, не, мне нравится то, что я вижу. Здорово. Блин, надо бы как-нибудь написать на кого-нибудь. Дело такое. Нельзя игнорировать подобную функцию. Так, все, тут я все посмотрел, получается. Да, второго этажа тут нет. Опа. Так, люди. Есть кто живой? Мне бы поссать на кого. Так, это мой дом, да? Из которого я вышел. Так, это тот домик, в котором я был. Следующий. О, нифига точило. А бочки взрываются? Да. Только я что-то слишком близко к ней стоял. Пёсий дом. Оп-оп-оп. Подожди, подожди, подожди. Ни хрена, что за летающее говно. О! Был комментарий про Golden Shower. Ты чё берешь и откуда, я не понял. Какие-то бургеры из своей жопы достает. Что такое вообще происходит? Опа. Ха, клёво. Ни разу не видел вживую такое говно. О, здорово, подожди. Подожди. А, ничего не происходит. Блевать будешь? Не блюет. Здорово, дедуль. Привет, милая. Она там что-то комментирует. Опа. Ой, что это, у меня здоровья мало? Так, это здоровье? Да, это здоровье, пополняшки. Кайф. Так, эту штуку можно? Нет, эту штуку нельзя. Это я что, я травмировал себя? Просто кровище. Все в кровище почему-то оказалось. Давай лечилку мне. Секатор нельзя взять. Но зато можно взять пиксельную женщину, это отлично. Так. Ну, вообще эстетика прикольная. Этакие эстетика фильмов Тима Бёртона. Первое, что приходит в голову, персель. Отлично. Чё-то мне хреновенько, мне бы какую-нибудь лечилочку. Не хочу идти назад себе домой. О, здорово. Миссис Женщина. Так, пойду еще лечилок пособираю по-быстрому. Shift не работает, зато слайд работает. Не знаю, нахера он мне, пускай будет. Это потрошки, да? Так, ладно, такие двери просто не распилить. И не проникнуть в окна. Ну, ладненько. О, нифига скульптура женщины. А, это Мэрилин Монро. Нормально. Опа. Здорово, ребят. Я забегу. Привет, толстенькая.
Давай-ка снимем с тебя по пару килограммчиков. Молоко подрежем. О, защитка, хорошо. Мона Лиза. Пизда, да? Не, слушай, пока это кажется чем-то более веселым, чем Postal 4. Определенно. Здравствуй, милая. Чё в шкафу? Патрошки? Отлично. Так, чё, оружку какую-нибудь другую-то дайте? Ой, тебя-то я не заметил. Соряныч. Тут тоже краучи так фиолетовые. Ну, слушай, разнообразие, ебать. Опа, еще защитка. Классно. О, здорово, дед, напугал ты меня. Так, дайте-ка мне защитку. Ага, броньку. Так, ладно. Так, ну что, более-менее здоровье-то подкопили, пора... Пора идти дальше, мне кажется. Так, в этом домике мы были. Там я вижу пёселей, не люблю. Пёселей уже не люблю в этой игре. Так, все глушанули, вроде дед. Ну, стреляется, кстати, весело. Несмотря на такую простенькую графику. О, жирный. То есть пассажирный. Мистер Бургероед. Приглушили тебя, мальца. Так, дедов и собак в первую очередь нужно ликвидировать. Деды и собаки самые злобные существа, пока что здесь встречающиеся мне. Ну, пока что единственное злобное существо здесь это я, конечно. Они обороняются, по идее. Ну да ладно. Мне же как бы... Важны мои интересы, правильно? А не интересы жителей Субурбии, которых я, судя по всему, ненавижу. О, лечилка. Так, Баттейп. Какашки изображены на ней. Умный юмор, что ли? Я люблю интеллектуальный юмор, ничего не поделать. Здравствуй, милая. Туалетная бумага и пиво. Интересно, чем они тут занимались? С таким набором компонентов. Опа. 36 патрончиков. Отлично. Дед! Нахуй деда. Деда сразу нахуй ликвидируем. Старость не радость. Маразм не оргазм. Так. О, Крауч. Мона Лиза. Ну, тут уже повторяться стали картинки. Неинтересно. А вам похуй, да, что я тут творю непотребство? Ну, ладно. А, пиццу готовила. Ну, готовила ты, досталось мне. Отличненько. Так много интерактивных штук, и ничего не лежит. О, кайф. Еще один плакатик с голой пиксельной женщиной. Отлично, что может быть лучше. Эти двери, да, эти двери не распилить, я уже понял. Ну, еще разок можно было попробовать, что нет. Опа, какие вы пошлые, ебать. Ну, тут, кстати, никаких анатомических подробностей нет, так что мы ничего, скажем так, скабрезного-то не совершаем, подглядывая. Почему я нажимаю на R, я получаю вот это? Поссать на гриль. Да. Это было важно. Не спрашивайте меня, почему это было важно, потому что я вам все равно один хуй не отвечу на этот вопрос. В этом домике еще не был, да? Кажись, нет. Опа. Так, давайте не тратим патрончики. Повеселимся так. Давай, толстенькая. Опа. А, мне не нужна лечилка. У меня 131. Ни хрена себе, я здоровый. Пёсель. Нахер пшёл. Вот так вот, башку тебя откромсали. Кто ржет? Какая скотина ржет? Я тебя поржу сейчас. Где ты? Бля, где ты есть, собака? Ну, в смысле, собака, мы уже знаем, где есть. Ее уже, там, где я был, ее уже нет. А где дед? Это точно был дед? Отвечаю. Че я взял? Че я взял? Что-то полезное. Так, ладно, похуй на деда, идем дальше. Так, еще один бургерный мэн. Ликвидируем его сразу. So that's how they make chunky salsa. Chunky salsa. Не понял шутку, но шутка очевидно про соус. Так, еще один жирненький. Пес!
будет. Пусть это самые мудацкие пока что. Ага, давай мне штучку. Опа, что у вас тут происходит? Нифига себе у вас тут город. Ну, я так понял, это в моем воображении все, в моем больном мозгу появляются эти образы. Это не что-то, что происходит по лору в реальности. Хотя кому не похуй на лор в постеле хоть в одном. Так, братаны, давайте-ка, вы помрете уже. Ага, отлично. Типа как Макдональдс, да? Только не Макдональдс. Окей, бургер можно есть? Уйдёб твою мать. Ты меня напугала. Зараза. Ты чё стоишь? Опа, вот тут какой-то мрачный домище. Нам, судя по всему, в него. Так, ну ещё пробежимся. Чё тут есть? Я тут чё пропустил, может? Чай, как-никак, демка. Вряд ли она будет долгой, действительно. Так что можно поизучать, наверное. А, не можно поизучать, я тут был уже. Да, это тупо мой дом. Ага, все, окей, я понял. Там что, живой кто? Непорядок. Low ammo. Окей. Сейчас подберем, тут как раз вижу. О, нормально. Нормальная ammo. То ли я был в этих домах, то ли не был, хрен поймешь. Кажись, был уже, все, хорош. О, ты куда бежишь? Здрасте. Ага. Отлично. Да, окей, это мы просто по кругу пробежались. Че, как вам там, нормально? О, дед! Только сразу деда и пса сразу завалим. Самые бесячие пока что. Деды, псы и эти жарабасы летающие. Жиробилдеры. Опа. А. Так. Здравствуй, мисс. Или миссис. Или что там у меня? Арморчик. Мистер Дед, а чего вы такой яркий-то были? Под лампой, наверное, потому что стоял. Looks like you're just fucking raw on the inside. Не знаю, зачем я их так валю. А в принципе, почему бы и не повалить? Все-таки чайник как в постел играем. Суть всех постел в том, чтобы валить мирных жителей, насколько я помню. Так или иначе. Опа. Че, сходим в парк прогуляемся? Как раз толстенькую мадаму вижу. Мистера деда и злого пса. А, жалко, он бегать не умеет. Ну, он и так достаточно быстро ходит, так что нормально, мне кажется. А все, тут ничего нет, кажись. Да. Да, тут ничего нет. О, ебать, психодел пошел. Так, ну ладно, этот дом определенно что-то имеет под собой интересное, да? А давай сходим сначала в этот домище, глянем, что там. Может, лежит что, вон я по трошке как раз вижу. Пиццошку. Так, а где я по трошке-то видел? Бронька. Еда. До свидания, мадам. Патрошки. Я ради патрошек сюда зашел. Да помирайте вы уже. А, это экспа дополнительная, окей. О, не экспа, а хп. А вот и патрохи. Так, ну ладно, патрохи взяли. О, нихера тебя несет. Патрохи взяли, а пойдем в этот домик. Судя по всему, нам там будут рады. Ой, это что, это микропес тут какой-то живет? Окей. Какие-то секретики. Пошли в дом. О, трубка. Tab X to use selected item. Окей. А как менять? CZ менять айтемы. Понятно. Окей. Так, CZ. А, у меня... Блять! Случайно сожрал, ну ладно. Опа! Шотганьё. Left mouth to shut, right mouse button to send out the hook. Опа, нихуя, Doom Eternal. Вот это уже весело. Так, а чё я хук не сендю?
Не понял, дед? Дед? Опа! Прикольно. Приколдыга вообще. Слайд джампин. А, ни хрена. А чё я не слайд джампнул? Ладно. Видимо, я не прочитал, как нужно. Сделал какую-то хуйню. А нифига, кока-кола реклама на дробовике. Хе-хе. Занятненько. Чё-то набрал. Слушай, из дробаша дюжи весело на самом деле стрелять. Это что за двери? Ага, лечилки. Наружка. Окей. Слушай, но вроде как веселый шутан. Вроде как кажется веселый шутан. Опа. Бронькин. Отлично. Сюда я за Elder Scrolls. Не, не получается. Ладно, окей. Ладно, пойдем опять по низу. Сорян. Псы! Псы! Сволочные! Ни хрена вас! Нихуя вас! Зачем вас только? Ёбаный в рот! Ты не... Внезапно. Подожди. Опа! Приколдос. Фиг ли он разлегся, как это самое. Как шкура медведя на полу, вот так вот. Оп. Занятно. Так, слайд джамп, как мне сделать? Кстати, сохраняться можно? F5, F6. Опа, F6 сейвинг, отлично. Так, подожди. Так, слайдим мы так. Опа, yellow key. А на что мне yellow key-то нужен был? А я хуй его знает на что. А, наверное, после слайда. После слайда делаем прыжок, да? Эй! Сука. Ладно, окей. Если что, это говно вырежу. Да! Блять, куда ж тебя понесло, мудилу? Япушки! Куда, зараза, блять? Можно просто... Да я просто залезу. Говна пирога. Да... Сучара ты, блядь, постная. Да зараза, прыгай ты нормально, ёбушки-воробушки. Может, я просто так? А, хуй там. Так, я явно делал... Опа! Блядь! Ты чё? Ни хрена ты басецкий, хорошецкий. Опа. Ещё не все, что ли? Ещё живой? Ёбаный в рот. Ну, это было, кстати, весело. Я знал, что эта маленькая булочка там не просто так стоит. Я знал, что эта маленькая булочка для чего-то тут да есть. Так, чё, шприц я так и не могу использовать? Ладненько. Может, я уже допрыгну? Да, блядь! Чё ты не слайдишь-то, ёбаный? Опа! Так, мне эти прогуляхи вообще не радуют. Это явно делается так. Куда? Стой. Ага, стоять. Блять, а тут я как... Окей. Ой-ой-ой. Бля. Так, F7 загрузка, да. Ха! Угу. Я подопаду, блядь. Опа, нормально. Слушай, нормально. Так, F6. Вообще F6 и F7 лучше бы раскидать. Ну да ладно. Похуй. Дальше-то куда? Нахуя я сюда вообще дошел? Чисто ради патронов для дробаша? Кстати, вот он, дробаш. Опа. А могу я куда зацепиться? Как бы не за людей. Докажись, не могу. Бля, там тёлка, плакат с тёлкой. Пойдем заберем плакат с тёлкой. Так, где там выход на крышу был? Здесь? Эй, собака. А плакат с тёлкой где был? В каком-то другом месте?
Ди-ди-ди-ди-ди-ди. Так, как мне добраться до плаката с тёлкой? То что дальше я вообще не вижу, куда идти пока что. Опа. А чё это? А, это просто дверь. Блять, я думал, что-то... Что-то повеселее двери. Просто двери нас не радуют. Нас радовало бы какое-то естественное продолжение. Я вот желтый ключ взял, а нахуя его взял? Непонятно. Да что с тобой, с твоим слайдом-то не так? Ёб твою мать. Ага. Все, я понял, как совладать с этим говном. Так, а где я видел плакатик? А вот он, плакатик. Ага. Блять! Ладно, хуй с ним. Сейчас теперь я знаю, как его взять. Мы просто идем. Вот так вот. А потом. А потом обсираемся. Блин, я не люблю эти джампы-пазлы, особенно там, где прыгать не очень удобно. Отлично. Да, не надо прятать от меня такие плакатики, я их собираю. Я еще тот еще любитель. Судя по всему. Так, ладно, куда мне дальше-то идти? Я получил Red Key. Но я не видел, ой, Red Key, я получил Yellow Key, но я так и не вижу никакой Yellow Door. Там ничего подобного не было. А по всей субурбии мне неохота ходить опять. А есть карта? Мэ. Ниху мэ. Опа, блядь. Лол. А, сначала мы им будку разбиваем, а потом мы им... Будку разбиваем. В переносном смысле слова. А вот же у меня еще тут проходик. Ну ебаный рот. Че я забыл совсем про него? Эй, дебилушка. Вечно по привычке нажимаю на R. Точно, а вот и Yellow Key для чего нужен. Ой, дурак. А, не из всех будок вылезают такие штуки. Ну ладно. Так, а там я уже бегал, да? Там нихуя нет. Да. Ладно, погнали дальше. О, нихрена такие возносятся вверх. Это что вообще такое? Это типа дома? Дорога и дома рядом с ними? Ой, осторожней, блядь. Можно умереть? Да. А, ну ты тут же и воскресаешь. Ну и ладненько тогда, шоколадненько. Опа. Набрал все штук. Класс. А, здоровье обычной хуйни. А что это, пивко? А, нет, не пивко, а это эти самые. Коктейли Молотова. Will make you peace hellfire. Опа, ничего себе, helpful for blowing up red barrels. You can toggle items. А, то есть я могу выпить это, и у меня будет огненная моча. Как если ты проходишь по второй постол, там, по-моему... А на второе прохождение ты можешь ссать буквально напалмом. Даже не напалмом, а горящим напалмом. Это было весело. Ну-ка попробуем. А, X. А теперь... Да, кайф. А этот эффект проходит? А, да, этот эффект, судя по всему, со временем проходит. Ну-ка давай-ка обоссаем тебя горящим. Прикольно. Прикольненько. Сейчас мы будем всех обысывать, получается. Помри там. О, как меня радует, что меня самого огонь не коцает. Потому что во второй части это было проблемой. Приходилось ссать на себя, чтобы огонь потушить. Все, эффект закончился. Это печально. Ага, вижу вас. Сейчас втихую. Опа! А, я думал, тут плакатик голый, но оказалось, что нет. Печально. Печально. У вас можно издали всех пострелять. А, Бокаима перед вами, господа. Целюсь как боженька. Так, выносим бургерного. Опа, все сагрились. Ой, началось. Ты что началось-то, блядь? О, до свидания.
Так, надо бы дробашку взять, наверное. С ней повеселее. Надо было Бургенному присосаться цепью. Точно, что-то я затупил. Бля, жалко, не сделал. Ну ладно, сделаю еще, похуй. Че это тут? Так, это мне все надо. Это мне все надо. О, кайф. Ладно, по домам уже не буду бегать, потому что в домах, кажись... В домах, кажись, ничего интересного не лежит. Так что это все мы будем игнорировать пока что. А, вот эти экстра-продукты, которые вылетают из мертвых людей, они дают дополнительный... Они добавят хпуху дополнительную, да? Прикольненько. Ты-ты-ты, ты-ты-ты, ты-ты-ты. Нам сюда, судя по всему, да? А, мы отсюда пришли. Какой сюда? Че вообще? О чем думаю? Теряюсь в трех соснах, ей-богу. Не будьте такими, как я. Научитесь ориентироваться в пространстве уже, ё-моё. Так, мне дальше туда? Или туда? 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 Пойдем туда. Опа, жирный. А, не могу на этом расстоянии к нему присосаться. Оба! Кайф! О, прикольно, я еще и плавать могу. Ну-ка, давай я... Прикольно. Опа, секретики. Holy Rocket Launcher of Doom. Слушай, тут так много отсылок к Думу. Left mouse button to fire a rocket. Hold right mouse button to charge the holy hand grenade release to fire. Вау. Ну. Бэм. Слушай, прикольно он сферу делает во время выстрела. Так, у нас мало патрончиков, так что переключимся на дробашек пока. Слушай, а все начинает становиться все веселее и веселее. Так, а мне туда или туда? Ну давай, раз уж сюда пошли, то... Так, что-то меня там ждет, блядь. Так, ладно, давайте сгоняем сначала туда. Вот, пока что. А потом уже пойдем, судя по всему, дальше по сюжету. Ну, по сюжету. Если можно так сказать, по сюжету, конечно. А, блин, жалко, не бегает быстрее. Такие большие пространства открытые. Оп! Нормально так. Хочу сгонять вот, вот на эту штучку. Ой-ой-ой. Оба! Так! Сначала башню разносим, потом башню разносим. Точнее, будку. Точнее, будку и башню. Опа! Ворвались. Кто там еще стреляет? Кто там еще остался? Какая гнида? Ты, блядь, смотрите на него. Приныкался по дереву. Чертило. На, нахуй. Слушай, ну вообще в это играть весело на самом деле. Ой, как скривил этот дом. Ой-ой-ой. У меня самого уж голова закружилась от этого. Патрошки взяли. Че, у меня много патрошек для рыбаша? О, дофигища вообще. Опа. Зачем так постер вешать? О, давайте, все, давайте мне. Ой, Йохан Палыч. Это я могу булькнуть туда, да? Прикольно. А, нет облуки. А нет облуки у меня. Нет у меня никаких блуки, и пока что я их не видел. Ну так ладно, пойдем пока тогда сгоняем за... Оп, что это у меня тут? Уи! Опа, прикольно. Пойдем тогда сгоняем туда... Куда, судя по всему... А, блуки. Just around the corner.
Ой, на ёбочку чую, ой, на ёбочку чую, господа. Ну-ка, давайте возьмем пуху попухее. Так, а чё я, подожди. А, лаунчер на пятерку. Так, сохранимся. Пока что ничто не предвещает. Ладно, пока мирных жителей постреляем. Прикол, деха. Так, жирный, а тебе башку стрелил, что ли? Прикольно. А вы что там стоите? А, нифига там, там джамп фигня стоит. Че ж вы ничего не боитесь-то, люди? Наберем немножечко. Немножечко броньки, немножечко жиськи. Булки специально подсвечены этим голубым цветом, чтобы уж точно не пропустить. Нет, спасибо игре за это. Я уж боялся, что придется повозиться. Ой-ой-ой. Скотины. Ну, а от нее очень просто, на самом деле. О, полетело. От нее дюжа просто. Ой-ой-ой, куда полетел-то, долбоящер? Ну ладно. Это мне обратно? Это мне туда, куда надо, обратно? Или туда, куда не надо, обратно? На, в жопу тебе, свинца. Свинца мальца. Так. Так, ты Бургер Кинг хуев. Оба, нормально. А ты не умираешь с одного, что ли? А это печально. Мистер Дед. Опа. Классно, классно, весело, весело, зараза. Где я пса слышал? Не, от его так пиздец просто уклоняться. Так, а чё я блуки-то могу использовать, да? Это уже не тот дом, или тот? Блин! Вроде яркая такая карта, вроде антураж запоминающийся, но в то же время... Да, все верно. Но в то же время я порой теряюсь буквально в трех соснах, не могу понять, что вообще где и куда. Блуки, отлично. Floating on ring, чё? If shotgun equipped, you can grab right mouse button, floating rings to... Чего? А, ну вот это, того самого, я понял. Сплошной Doom Eternal у нас тут. Псы! Шавки сраные, блять. Деды. Нормально расшатал их. Нормалдыха. Блин, голова кружится от этих... охерительных наклонов. Не получилось круто, но тоже сойдет. Что-то я давненько не ссал ни на кого. Как-то даже грустно стало. Арморы. Да куда ты? От мочи не убежишь. Давай. Ну ничего, весело. Все, я спокоен. Бургермен. Погодь. Нормально, нормально. Так, мне, судя по всему, туда куда-то, да?
Или там секретик какой? А, нет, точно сюда. О, ни хрена себе, у меня два бургера прям по обе стороны ебало прилетело. Ты еще живой, что ли, пес? Вот так вот, расшатал вас, блядь, простым пистолетиком, лошьё. Играть не умеете в свою же игру. А я умею. Я мастер-шутастер. Так, чё музыка-то не прекращается? О, все прекратилось. Опа. Черная дырка. Ну так, это и надо, черная дырка. We're keeping score. I want all the points, all the achievements. Completion 50%. Результат пуси. Ну извините, ну извините, ребята. Все не отыскал, конечно, я надеюсь. Просит, просит. What? It's over? What the fuck? When are we doing beta? Так, подожди. Postal brain damaged now on Steam. Wait, does that make me a sellout? Это все, что ли? More levels, more armies, more weapons, more peace. Слушай, ну да, это, кажется, все. Не, ну знаешь, это привлекает внимание. Прикольно, что вот эта вот механика из Дума с цепью, шотганом. Просто охерительно на самом деле. Стрелять очень весело. Разнообразие врагов пока не особое. Но... ну, в этой игре определенно есть потенциал, который, я надеюсь, раскроется в полной версии, которую я с удовольствием пройду. А пока что всего хорошего. Спасибо, что посмотрели эту херню, если вообще посмотрели.